Президент утвердил государственную инвестиционную программу на 2023, согласно которой спроектируют и построят 136 объектов, из которых 53 ведут в эксплуатацию. На эти цели выделено 1 015 000 000 рублей. 78% пойдет на дороги, аграрный бизнес, пограничную безопасность, образование и здоровье народа. Также в плане реконструкция 3 детских домов семейного типа, в том числе в Бобруйске. Военный Ил-76 вылетел в Турцию. На борту отряд МЧС «Зубр». В составе больше 30 специалистов. Сделано это по поручению Александра Лукашенко. На аэродроме в Мачулищах белорусские военнослужащие совместно со спасателями совершили погрузку специальной техники. Занятия в школах в этом году завершатся для большинства ребят 31 мая, у учащихся 9-11 классов – 25. В эту же дату предварительно пройдут и последние звонки. Централизованный экзамен по русскому и белорусскому языку запланирован на 14 число, второй предмет – 21. Выпускные вечера Минобразование рекомендует проводить 10 июня. Бобруйчанам предлагают придумать туристический бренд города, который объединит колорит, самобытность, культуру, национальную кухню и уникальную природу. На электронную почту ideolog@bobruysk.by необходимо прислать оригинальный логотип, визуальный символ и имиджевый слоган, короткую емкую фразу. Заявки принимаются до конца февраля. Парк культуры и отдыха приглашает бобруйчан на Масленицу. Праздник пройдет 26 февраля и начнется в 12 часов. В программе спортивные соревнования, концерт и театрализованные представления. Главная забава – столб с петухом – по традиции соберет самых смелых и сильных. Завершение гостей ждет народный обряд сжигания чучела зимы.